На печеньку не Случайно давал. ее забрал. Я вообще думал, вот заберет. Но вот почему-то не ролил. Немного понял. Я в другом смысле. То, что интерес пропадает, знаешь? Типа, к игре. Когда вот, типа, сидишь. О, я поняла. Мне надо сидеть на замене. Ну ты же понимаешь, что никто не мог знать, что Медведёж вообще нулевый танк, что он налутает полезные вещи, сменит спек, и его как танка просто, ну, невозможно использовать. А чё вы о нем говорите? Он чё, ливнул, что ли? Да, Ливан, ай-яй-яй. Он забрал очень полезную вещь, которую мог Редвар взять себе на... и просто оставаться в рейде ОПХМ танком. Боливан, родной, зачем ты это сделал? Это он забрал как бы заслуженно, типа. Учитывая то, как он танкует, это было вообще незаслуженно. Ну, правило, оно и есть правило. Не правило, это приоритет, система вот эта вот ЕПГП. Просто надо смотреть на полезность человека. Если он не может вовремя там прожимать клавиши свои, то смысла его не нужно брать вообще таких людей. Брать, в смысле, ты имеешь в виду время, да, вред куда, или куда на замену? Да и вообще, таких людей смысл их держать, чтобы они кое-как оделись, кое-как играли и кое-как свалили. Я уже, наверное, 50 раз повторяла, что 5 многих врачку попало. Да, ты 5 абсолютно любого рака делают что-то подобное среднему игроку. Давайте сейчас камень скиньте в огород. Особенно чтобы... сов. Нет, я имела в виду других людей, но да ладно. Шутка-то удалась. Шутка удалась, да. Ты опять просто под контент под этот поддал. О, Санте. Золотые слова от Санте. Просто всем скриншоты в рамочку. Ой, нет, это опять не помогает. Я подойду. Вперед, подойди ко мне, пожалуйста. Которого капон. Это типа как так руля мальчики. Да, сделали как в обычке. Токены типа с этого, с робота и с пиццаса. В ЗС, соответственно, 3 токена будет. А с кого, кстати, вот эта башка падает, ладно? Блин, я убил Боб. Вот да, это ладно, вот я... это... Вот это вот это какая? Ну башка, ладно, уже плюс 84, я так понял, вот и вверх падает. Магазин. Ну ладно, да даже. Ты знаешь, у кого спроси? У Днюша. Я вообще не знаю. Да. В гильдии у нас есть такой друид. С робота она падает. Он тебе все скажет. Крит-каст, который с робота. А вообще установи новый атлас лут. Там уже обнова есть. Да я обычно всегда дожидаюсь, когда в этом появляется. В книжке по путешествиям, блядь. Дожидайся. Я вот даже не видел, что на приста падает. Что может выпадать. Гевка. А сова такие цифры начнет давать с двух или с четырех кусков? С трех. С четырех, да. А с двух что, сколько будет там? Побольше, чем с четырех ты будешь? С двух? А че я не помню, что с двух сейчас. А, ну с двух там дота будет увеличен. Ну. Это, алло, у меня к тебе вопрос есть насчет ТК. Ну вот как было воид, вот как сова дамажила в четырех кусках, вот по факту почти то же самое будет. Что говоришь, это? Как?
Как у него срабатывает вот это? Ты пропадаешь. Дайте ну, хоть есть... вниз поставлю. Иван... Ну, что вы лупите? Я же не набил грош, я подыхаю. Ну все, это не будет забирать Неликс. Он умрет, потом мы умрем, не надо. Не-не, я встану, куда он. В танках у нас будут, значит, два алоэ. Вары будут сверху, на платформах алоэ, ладь, внизу. Слышал, воет, да? Такое мнение Полины, ты кашляешь. Акварум совсем другое. Ну-ка, ну-ка поподробнее. Или там ДДК шпарный. Авару, давай пяти, блядь, снимай нахуй, трёшь мне. Ты не ревнуй, пожалуйста. Нет. Да я не ревную, просто. Ну просто тут два моба, они еще пинаются, я не успел по ЛПшке, да, он уже... Нет, ты просто зарезки не было, ты немного... Нет. Ты понимаешь, что ситуация, короче. Поставьте столик, пожалуйста, еще раз. Короче, если вар, то ГП, если другой танк, ну ладно, там, ситуация. Ситуация, да-да-да. Того. Войд первая платформа, Редвар вторая платформа. Суть, я думаю, ясна. Алоэ трэш. Розария хилит Редвара. Шторм хилишь Войда. Я внизу. Я не услышал, лучше снимать. Я назначил уже тех, кто наверху. Телефон звонил. С ума идти, Кирса? На баф пол. Сантей, Неликс, чего не хватает? А чё, мы в обычке шли, да? Блять, я думал хэм. Да, хэмку по второму кругу. Неликс, чего не хватает? Я что-то лечит, я думаю, блядь. ХМ-ки. Пул как подлетит. Нужно подойти Док, я тебе потом так объясню. Да, словами проще будет.
Мелики. Пейте углич. Пришел, дай БР прогивки. Вы там активнее углей, что ли, сливаете, пока босс активен. Девку поднимаю, Розария. Thank you.
не трать крест, если он есть, конечно. Это издевательство. Ты мое кольцо. Да, вот эта стринка, она стабильно, что ли, падает? Нет. Васечка... Васечка зато отдохнул. Ну... Йотун, какой успех? Бля, ее чисто для Ивова, чтобы в гримаре красиво ставить. Носить мне ее в ДД смысла нет никакого. Короче говоря, в следующий раз кто-то, кто имеет ДД по мейн-спеку и нажмет офф-спек на ДД айтем, тот получит полную стоимость, например. Просто мне кажется, что на мейн все равно. Йотан, кстати, ты переделал танка? Я помню, ты берешь, что ты просто скид. Это нужно кому-то? Нет? Розария вот нажал на инспек, и он один. Интересно, а можно ли такие две дринки налить? Два пляна. Без кожи. Она уникальна. Нет, не один. Уникально это не уникально использующаяся. Это две разные. Рольч. Нет, я не услышала. Нет. Нет, так оставил, сказала. Да, взломал в этом стоке как раз. Целка обычка. Ну и класс. Надо, короче, это будет на форуме написать тему. Почему на этих роботов кровотечение не мешается? Близзардом напиши. Это как низом, на него не должно вешаться кровотечение. На роботе на бойсе оно вешается. Во-первых. Алоэ вот сказал только что правильную вещь. Близзардом надо писать. Агр только не вырабатывается. Представляю, как они охуеть, как его присматривают. Здравствуйте, я гарантирацию, блядь. Я играю на пиратке такой-то, такой-то. Через два дня этой пиратки не существует, да? Вообще, Близзард не меняет старый контент, а если меняет, очень-очень редко. Фишка в том, мне, в принципе, все равно, просто Т5, как бы, мне надо кровотечение вешать, чтобы стаки на нем набирать. Из-за этого агра как бы и нет. А кровотечение в каком контенте появилось? Появилось СПК, по-моему. Прям твара был, да. Да? Это точно не сова сделал. Уверен? Уверен? Уверен, они в разные стороны разделились. А, ну ладно. Элен спалили, понятно. Блин, почему? А вот, нормально слышишь? Понимаешь, Элему ГП начнет, а Сови нет. Ну чего ты, взял бы вину на... А делать ничего нечего. Да, парады Буливан делись, выписали. Ступай только за софт и за разрушу. Что за дела?
он спалился. Я тут... Ни одного, ни другого нет. Понятно. Есть. Ой, отводи, пошел. Пока меня не суманули. Гефт, Кирс, парольте воронки и БУЕшки. ГБ потом. Ну да, ай-яй-яй. Нормально. Мне оставило 20% ХП, а с МТ я свалила. Попробуй, попрыгай. Чего ты говоришь, Кай? Потому что ты в кольчуге. Больше брони, больше ХП. Да, я пишу топ, если снимаю. Наконец-то тканевые сапожки поменяла очень. Не сейчас. И если про кольчугу. Мало, у тебя Мишка уже сильно одет? Угу. Забирай второго робота. Элбрил, ты тут? Кто вас пилит? А, привет. Правил к связи. Джунен, Салу. А Элбрил, спекнешься в поле? Ладно. Кстати, вот вопрос, а если трэш не убить, он типа подойдет бот или что? Да, вроде мы как-то тестили, по-моему, подходит. А при таком. При первом виде. Кирс, я вон закинул хан. Это он же или нет? Он уже в рейде. Не с пульти только. Ну что, опять на сферу побежим, да? Я падал об этом. Какая сфера? Ой, я смотрю, банки за значки понерфили. Я знаю, что обычка. Ничего себе. Я не видел. Я что-то даже не знал, что титаны понерфили. Я тебе говорила. Да, я думал, только сапрот порезали.
Там все фласки порезали. Что? Да, все топовые фласки порезали, все банки за значки. Класс. Я хоть купить скидал. Фулбаб, дайте, пожалуйста, по шаманам. Там единственное, что подняли, это, короче, сопрот для БГ устойчивости. Теперь он больше дает, блядь. А на сотку давал топовое средство. Сейчас сколько? Ну, ее подняли, я там по цифрам смотрел. Она 100, 180 давала. Для алхимиков. Ну, я без алхимии имею в виду. Ну, давал сотку. Да, Кирс, вижу. Что там у вас, строишь? Не убили? Чего убили? Ну, сумоньте. Все стоят, смотрят на босса, и не к суму, нет никого, я пешочком залетела. Так, она дает сейчас 135, охренеть. И плюс... Она раньше, короче, давала... Сотка была, сейчас 135, короче. Если у тебя алхимия еще больше. Вот он. Да, конечно. Алоэ, и ты. Первый кто? Войд. Окей. Не успел, товарищи. Рчен на баф и пул. Сопроты тоже пьем, не забываем. О! Ты можешь мне истерию уебать? Может лучше мне? Можешь или нет? Это ионный бурс. Тебе не даст прятать, он тебе даст. Пиздец, крылья у паладина скоро отжимать. Двойка, ДД, плюс на Thank you.
Мне интересно, почему я на прошлой неделе до апа ретро делал почти 20... После апа я сделал 25. Мелихаус не поставили. Класс мне какой. Вот интересно, а почему здесь только хилов нужно? А я ведь так очень сильно хотела пойти здесь в ДДС. Господи. Меня уже в третий раз обещают. Ты забыла напомнить опять. Меня попросили тут хилить. И усиленно, кое-как. Я правда не представляю, зачем здесь столько хилов. Вот честно, от души. Ну теперь, конечно, так и в прошлый раз, блин, как-то, я не знаю, два удара, два захила, все. Ну да ладно. Можно эту почту поставить? Заебись, фералы дамажат. Сука, четвертый спек когда будет, там говорят? На кого? На друида. Ну вообще у всех четвертый спек. Его второй собрать, блядь. Если они бы были бы с магами и хантами, то я думаю, они бы, блядь, уже нахуй чуть ли не пятый спек бы себе собирали, наверное. Чё, мой народ, потанчишь? Туваром не в прикол. Трэш этот ебучий. Не достаю. Царское это делает, вару, блядь, трэш, нахуй. Да ебать, хоть бы сделали нормально что-то. И подамажит. А то всего таргет нормально. В следующий раз буду настаивать. Я это запомнила. Я пока не могу использовать это. Места моя будет страшна. Косарь я на прошлой неделе без ап почти 27 сделал. Ладно, 3 косаря прибавляем. 20. Смотри, 20. Смотри, на прошлом КД что было? Были фласки непонятные, да? И за то, что я умею дыхать. Например, на дахах. Ну хорошо, сопрот. То есть хоста. Хоста это не 2000 ДПС, по-моему, хоть 20%, конечно же. Выбрала самого сильного, блядь.
Я тебе говорю, самого сильного выбрала. А, ну да. Тот, который может дать задачу, блин. Ну. Так, для уверенности 110 кам. Да, кем? Просто. Видимо, не знаю, есть. Смотрю на ДПС лист и понимаю, что без шеема, блядь, в уважении, блядь, черебаса в перса я никогда первый не сяду. Лёш, блядь, сколько тараката, блядь, в игре? А давайте, правда, как-нибудь попробуем роботов три хила. Мы тогда с Элбрием предлагали. Предлагаю в одного. В одного нет, ты сядешь по мане, если ты предлагаешь. А я буду в ДД, понимаешь? Просто имрой. Поэтому вы страдаете, а я буду в ДД. Видишь, что предлагаю? Просто имрой. Заливали. Может, сразу как на своего фанги выбрать. Типа холик и ДЦ, а с ДД. Абсолютно. Уже да, когда у таманов апнуты пятятки, уже травка бесполезен. Там цепи даже не пробивают. Уже на многих боссах, вот мы сейчас были в ЗС-ке, честно, ДЦ вообще бесполезен. Я думаю, стилы со мной согласятся. А вот в хэмке, да, наверное, там может быть. Дайте бафы точечно по шаману, пожалуйста. Да не бесполезен, нормально. Что он не нужен. Мы быстрее захиливаем, чем там щиты что-то делают. Не скажи, я думаю, без щитов бы там ваншотало бы людей, да? Какой ваншотало? Их пробивает на 5% и сразу захиливает лузы, ну а ты о чём, Вась? То есть, соответственно, если не будет ДЦ, будет пробивать на 10% или на 15%. Ну, ну кому? Благодаря ДЦ я не пью сопрот. Ага, я тут думаю, что ты ДЦ любишь? Да ты не хилуешь. Совы не дамагеры, да ты не хилуешь. Контрольте совы... людей, которых берет в МК. Не надо их убивать. Опа, все-таки нафиг где ливать. Самые топовые это поле паладины. Вот это. Меня убили, Лайка. Я все понял. А, полипал. Где? Где-то. Кто за постоянная пока? Рестер-друиды тоже, там, где не поступающий урон, тоже сейчас почему-то бесполезные. На Гидрсе, допустим, там пипец вообще. Хотел пристрелить эту сову, кто бы знал.